Привет, друзья, продолжаем. Я Бениамин. Говорим о молитвах. Мы уже говорили о Лейну, Ашрей, мы говорили уже Иштабах. Сегодня будем говорить о такой молитве, как Шма, Шма Исраэль. Кстати, мы когда говорим Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад, Исраэль — это, например, Шма в голове Бениамин. То есть мы подключаемся к своему имени, чтобы получить вот этот наш весь космический потенциал. Шма. Окей, шма, шма, шма. Шма – это 248 слов. 248 слов – это значение и количество в нашем организме. Я не буду рассказывать, чего вы это все знаете, почему это 248. Но на самом деле есть нюансы. 248. Вот. Это, знаете ли вы, что вы от начала вегаалта эт до вегаим, это 42 слова. Это 42 слова, вы можете посчитать. Это соответствует 42 именам Бога, то есть Анна Бекоах. Вот, вот, например, слово вегаалта — это алеф. Эт — это бет, Адонай — это гимел, Элохеха — это юд, то есть Анна Бекоа, Гидулат именеха, Бехоль — это тау, Татур — церура, то есть цади — это левавха. Вы можете это все проверить, это все есть. Потом второй, да, вторая часть шма, вега им шамуа, тижмеу, и до весом ты, это 72 слова, то есть это соответствие 72 именам Бога. Все знают, что это такое. Это глава Исход, книга Исход, глава 14, пасук 19-21, как вся вот банда людей шла с Моисеем, переходила в воды, и это очень большое чудо. Это, если смотреть по соду, по секрету, то есть по уровню Торы четвертому, это они убегали от Ра. От Ра — это эго, то есть убежи от своего эго, выйди за рамки вот комфорта. Кстати, Шма — это... это возлюби ближнего, как самого себя. Мы когда медитируем на это, чтобы возлюбить ближнего, как самого себя, мы тогда открываем наш канал, наше окошко, и нам Всевышний посылает вот эти наши все там деньги, здоровье, удачу, ну, вот весь проход, который мы хотим, мы автоматически его себе получаем, то есть в наш сосуд. Это шма. Теперь третья часть — это живот, это 50 слов. Эт, деварей, Эле Аль, и до Моше Вайомер Адонай Эль Моше — это 50 слов, это 50 врат бины. Тоже, думаю, уверен, знаете. Потом крайняя часть — это Вайомер, это тоже 72 имени Бога, только в другом порядке они написаны. Это Парахмалю так. Вот так. Теперь. Кстати, такой момент, ну, я думаю, все знают, да, что вот мы когда держим цицит в руке, мы дотрагиваемся до глаз, это на срочке вегеалихем лицицит уритем отто, раз-раз, первый раз это правая колонна, второй раз это левая колонна, авраам и цанг, и третий раз левавхем веахари эйнехем, это мы третий раз дотрагиваемся до глаз и целуем цицит, это Яков, средняя колонна, баланс. Теперь мы цицит же не пускаем, потому что мы вариации читаем. Потом это обязательно. Здесь, кстати, не надо не говорить ничего вообще. То есть мы, когда идем к Шмоне Эсре, к Амиде, мы ничего не говорим, вообще ничего не думаем. Мы уже вот после Шма, мы уже переключились, мы уже находимся. Это Брия, в Ацилут идем. И мы ж кисти держим в руках. И когда у нас фраза... перед ла-ад, ла-ад, то есть ла-ад, то есть после ла-ад, перед уло-мей, мы целуем, наоборот, закрываем, целуем, дотрагиваемся до глаз, спускаем, бум, финиш. Потом же важно, идем по чуть-чуть, ну, видео позволяет. Потом мы, я там чуть-чуть перепрыгну, важно, молимся,
Это можно объяснить, как будто идем к президенту. Мы же не приходим сразу, здорово, как дела, там, кто-либо. Нет, мы сначала записываемся, потом мы ресепшн, потом мы идем, комната какая-то, ожидание, потом секретарь выходит, можете зайти, вас ожидают, там еще одна какая-то комната помощника, и потом мы только заходим к президенту. Мы же не можем сразу ему ломануться туда, вот мы здесь. Вот, тигелот, обязательно перед амидой, тигелот. И дотрагиваемся до тфилина рож, головы. И крайне очень важно, вот я вам зачитаю, про тигелот зачитаю. На этом этапе мы начинаем подниматься в следующий мир, мир происхождения, ацелут. Соответственно, мы встаем, шма мы сидим, помните, да? Энергия как работает, чтобы запустить двигатель нашей души, чтобы поднять себя до этого старта, мы должны исключить из нашего сознания любую ненависть и злобу к другим. То есть, палата святая святых. Нужно поцеловать тфилин головы, это обязательно энергия. Потом объясню. Поскольку очистка ацелута происходит с его помощью. Сразу же начинайте амиду и не прерывайтесь ни при каких обстоятельствах, даже если для этого, чтобы, даже на вдох, то есть мы когда говорим Баруха та Адонай Гаал Исраэл, мы не дышим, мы сразу ду-ду-дун, ду-ду-дун, три шага взад, три шага вперед, ну знаем, что это за три шага назад, это вход в землю Израиля, вход в Иерусалим и вход в Святая Святых, потом мы вперед, окей, мы там. Вот. Аж до фразы, ну, Господи, отвори мои уста, мы не дышим ничего. Потом, когда мы уже сказали эту фразу, мы тогда пошли на благословение и так далее. Ну, это по шма, я просто уже зашел в амиду, обещал только шма сделать, так что вот такая ситуация, в принципе. Можем сейчас вторым видео разобрать амидам, но это очень такой сильнейший просто инструмент большой, который, мне кажется, здесь 7 минут, здесь целый урок надо под амиду выделить и сделать, потому что там очень много есть внутри. Давайте я попытаюсь сейчас закончить и амиду запишу.